Мне кажется, что сейчас происходят какие-то перемены, и они, ну, во всяком случае, внешне, вот то, что я видел, зал видоизменился и так далее, мне кажется, что они лучше. Я успел пообщаться и вот и с деканом, и с ректором. Я вижу, что здесь сейчас люди, которые хотят его сделать по-настоящему творческим и готовить людей. Если есть возможность кому-то помочь в этой очень сложной профессии, то я всегда стараюсь это делать. Не должно быть учебных работ. Все, что ты делаешь, стараешься сделать это, ты делаешь фильм. Ты все равно запечатлеваешь на пленке каким-то образом свои эмоции, свои взгляды. Они могут меняться, ошибаться. Ты ищешь язык, ищешь пластику, но каждый раз ты делаешь фильм. Как бы это ни называлось, учебная работа, дипломная работа и так далее. Творчество, оно должно, мне кажется, проявляться всюду. От наблюдения жизнью, наблюдения за самим собой, за всеми своими эмоциями, за эмоциями других людей, как они себя ведут, и размышлениями над миром. То есть не просто прикольно или хорошо, а пытаться докопаться и до мотивов, и подумать, как это можно... Как ты мог бы рассказать историю того, что ты увидел? Это касается всего. То есть фильмы рождаются из фотографий, из чего угодно. Но если этой творческой составляющей нет, то, наверное, это надо думать о другой профессии, потому что иначе это, в общем-то, непростая. Радостная, если получается, очень радостная. Ничего другого трудно найти, сопоставимого по переживаемым эмоциям, наверное, в жизни. Но надо иметь право, конечно, заработать это право, чтобы что-то делать.